Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами обзор на сок гранатовый. Представляете, сок Global Vilange. Ну, не знаю, наверное, я прочла правильно. Если неправильно, напишите в комментариях, как считаете правильно. Так, без искусственных добавок и красителей, из спелых фруктов, из таких вот грейпфрутов. Хотя тут, кстати, гранаты нарисованы, вишня нарисована и яблоко. Вот. Литр 930 здесь. И состав. Давайте посмотрим состав. Сейчас нажмите стоп. Кому надо, его прочитайте. Ну и давайте я вам тоже его почитаю. Гранатовый сок, яблочный сок, вишневый сок, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, концентрат черный моркови, ароматизатор пищевой натуральный гранат, ароматизатор пищевой натуральной вишни, ароматизатор пищевой натуральной мультисенс, свит, натуральный краситель, карамельный колер, вода. Обалдеть, сколько химии. То есть не только сок. Сначала, главное, написали состав, да, то, что там есть сок такой-такой-сякой, да, а потом выясняется, что там еще, оказывается, и куча всего другого есть. Короче, не натуральный гранатовый сок, но давайте с вами, тем не менее, попробуем. Все-таки, быть может, это вкусно. Прозрачный он, красного цвета. Запах вишни. Вот запах прям вишни, вишни, вишни. Давайте будем пробовать. Вкус сладкий, неприторный. Вкус вишни. Вкус граната, ну, может быть, совсем капелька. Яблоко, вишня я чувствую. Вот вишня прям, знаете, вот прям вишневый-вишневый. Прям много вишни чувствую. Гранат, ну, не знаю, что-то я не почувствовала. Может, они перепутали? Не туда залили? Ну, получается, вишня гораздо дешевле, чем гранат. Поэтому сюда выгодно добавить вишню, чем гранат. Такой вишневый сок классный, как вишня, например. Гранат, я, честно, удивлена, что его тут не чувствуется. Не знаю, почему. Но вкусный, сладкий такой, вкусный, ароматный. Да, все-таки вишня. А кто пробовал, напишите свои отзывы обязательно. Что почувствовали вы. Хотя и тут написано гранатовый. Гранатовый сад. Ну, изначально был гранатовый сад, но перерос в вишню, по всей видимости. Да, пишите свои отзывы, ставьте лайки. Что кому показалось в этом соке? Может, кто-то почувствовал только одно яблоко, а может, кто-то и гранат даже почувствовал в этом соке? Неизвестно. Пишите. Также обязательно подписывайтесь. На моем канале много есть интересных обзоров. Есть обзор на сок вот такой вот. Добрый апельсиновый, там всякие цитрусы. Также на малиновый сок есть обзор. Обзоры на торты, шоколадки, консервы. Короче, на всякую еду интересную. Еда из фикс-прайса. Обзор обязательно есть. Также обзоры на технику и влоги. И всякие там живопись. Короче, много интересного. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!